Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная Атака 2. Мы с тобой остановились на 14-й миссии. Ну что ж, давай выбирать с тобой нашего Джо. Так, секунду, Джо, ты готов? Я думаю, он готов. Видишь, он своими тремя зубами там что-то делает. Что это сейчас был за глюк? Прочь с дороги. Снежная сова? Эй, совушка, ты хорош. Ты видел, что она делает? Так, подожди. Блин. Сова мне не нравится, ребят. Совсем не нравится. Так, перезаряжаемся. Тут и лисы. Вы серьезно сейчас вот это все? Да иди ты, пулеметчик старый, а. Отхмырь. Сова, вали. Да, совушка, ребята, такая вот жучка. По-другому ее не назвать. Так, последняя волна. Сова, ну отвали, отвали. Две. В принципе, друзья мои, от совы можно только лишь отбиться за счет... Ну, как сказать, отбиться за счет? Не отбиться за счет, а просто сбить вот эти вот ракеты, которые она отправляет. Твою ж налево. Что происходит? Что-то я тут растерялся, малька, а? Да, вот эти вот ракеты подбиваешь и все. В принципе, сова бесполезная становится. Ну что же, бонус мы с тобой получили. Три светлячка, что меня больше всего радует. И сундук. Ох, какой шикарный сундучок. 122 монеты. 20 карточек на пейпер. 20 на вилли. На ларе 18. О, вот это вот порадовало меня. Это меня порадовало. Так, слушай, мы же можем с тобой кого-то прокачать. А кого бы лучше? Мы можем Ларри? Можем. Также можем Сони. Слушай, а кто лучше, Ларри или Вилли? Давай, наверное, Вилли все-таки, да? Так, он получает у нас 7-й уровень. А интересно, что у него будет на 8-м уровне. Вот единственное, что мне не нравится, это его капкан. Дурацкий, если честно. Ну что, попробуем за него повоевать. Так, у нас с тобой защита яиц. Точнее, каких яиц? Сначала курица, потом яйцо. Подожди, а чё? О-хо-хо-хо-хо-хо. Друже, друже, друже. Посмотри, что он делает, ребята. Он не хочет воевать. Да, я не спорю, у него вот этот вот гранатомет очень мощный. Тут не поспоришь. Но вот эта вот пукалка что-то совсем меня расстраивает. Хотя против крокодилов она очень даже неплохо бомбит. Капкан... Хотя пригодится. Давай дальше, капканы. Так, так. Отлично. Ну, сову, понятное дело, ребят, капканом не забомбить. Ну, куда вы прете-то, а? Слушай, они плохо, кстати, убиваются, эти бобры, с моего гранатомета. Смотри, что творят, а? Так и хотят куриц всех мне поубивать. Все, ребята, прошли. Гранатомет у Вилли очень хороший, ребята, сразу вам скажу. А вот именно его пушка что-то как-то не особо хорошо зашла мне. Значит так, сундук. Какой-то болотный у нас сундук с тобой выпал. Ага, бабуля Мау. Слушай, а у нас сколько еще персонажей не открыто? По-моему, мы всех уже, да, с тобой приобрели? Или все-таки один кто-то там остался? Ну-ка, давай посмотрим. Ага, два даже персонажа у нас. Так, ну что, бабулю, наверное, будем прокачивать или как? Ну давай бабулю. Тихо, 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 я не то сделал. Улучшить. Нет, 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 нет. Не бабулю мы с тобой будем брать, а нашего старого вьетнамца. Да-да-да, именно Вэя. Он довольно прикольный чувак. И у нас 16-я миссия. Поехали, мы далеко зашли, говорят нам. Ага.
Ну, да комар от меня отвлекает. Тихо, 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 тихо. Так, пора, по-моему, вот этого делать. Ай, как хорошо, а? Ну, куда ты со своей ракетой летишь тут, а? Давай, давай, Вэй. Бомби как никогда. Так, пора переключаться. Ну! Блин, не успевает. Против кого-то очень хорошо заходит, да, эти фейерверки, а против кого-то вообще бесполезны. Так, курица, курица, тихо. Лис надо валить. Минус. И вот это вот. Давай бомбить, отлично. Ну что, выжили, это самое главное. Вот теперь посмотрим, что нам вот здесь вот. Шикарно. Эту копилку, друзья мои, я так за всю игру и не открыл. Бонус. Монетки. Сосед Вилли. Ларри, который может прокачаться. Который может прокачаться. А у Ларри что? У него дробовик, верно? У него дробовичок. Вот посмотрим. Получает он у нас 6-й уровень. А на 6-м уровне... Ох ты, поздравляем. Теперь у тебя есть метатель кубков льда. Я, друзья мои, хочу посмотреть, что это за метатель кубков льда. Поэтому выбираю именно его. Ну что, поехали. Возврат делу не помех, говорят. Ну-ка. А урон-то наносим или нет? Или только замораживаем? По-моему, ребят, только замораживаем. Никакого урона я не видел, чтобы мы там наносили. Ага, поджигаем. Да, блин, эти... Холопы, ребята, пришли. Надо бомбить их. Так, они горят. Ну, крокодилово отродье. Горите, горите в аду. Никчемные ушлепки. Так, отлично, бросаем. Не, ребята, конечно, вот эта вот пушка, разбрасыватель льда, полная фигня. Если бы она наносила бы хотя бы урон еще, а там минимальный урончик, понимаешь? Совсем не стоящий. Так что... Ага, можно было все-таки подбить вот эту вот. Вот эти, которые старые с трещинами, да, трубы, их можно подбивать. А которые железные, нормальные, то их бесполезно бомбить. Ну что, давай смотреть, что нам выпадет здесь. Так, монеты, Фрости и Пейпер. Пейпер, наверное, уже можно прокачать там уровня 2-3. Мы столько на нее карточек накопили. Ну, видишь, финансов не хватает. Ну что, Ларри тогда отдохнет у нас. И возьмем с тобой Джо. И у нас 18 уровень. Погнали. 18 уровень. Думаю, пройдем. Так, не нравятся мне вот эти вот бочки, которые рядом с нами тут появляются. Ну что, опять десантура пошла, 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 пошла. Я офигею. Так, с этими бочками, ребята, нужно что-то делать. Еще и совы, блин. Ну хорош уже, а. Так, сова, вали, а. Крокодил. Готов. Ну, хватит уже, а? Отбивать. Так, погнали. Да блин, он перезарядку решил сделать. Дебилой-то, а? Действительно, тупорылый Джо. Нашел момент. Короче, меня сейчас тут расклепают. Уже расклепали. Пипец просто. Просто пипец. Да вы достали уже, блин, со своими этими бомбами фиговыми. Ну, готов. Вот именно когда
Ребят, можно по ней стрелять, по этой мини. Точнее, по этой гранате или бомбе, как ее назвать, да? И тогда взрывается эта сова. Но нужно еще попасть по ней. Ладно, фиг с ним, уровень 18 у нас пройден. Так, бонус, монетки, бабуля Мау. Так, и сварщик. Слушай, бабулю Мау надо прокачивать. Вот что я тебе скажу, она не хуже Вэя бомбит. Что-то меня, ребята, расстраивает как-то. Как-то меня это все расстраивает. Ну что, Вэй, пойдем. Возьму-ка я тебе, наверное. Пришел однажды и так и не ушел. Естественно, не уйдет. Ему нравится. Его покормят, напоят. Так, мир жесток. Сразу с куриц. Действительно, мир... Тихо! Да ну хорош! Твою ж налево. Откуда столько куриц бежит, блин? Если только одну лису вижу. Короче, достали они меня. Давай, Вэй, погнали. А чё на курице-то так плохо работает-то? Эй, фейерверки. Да нет, там нормально работает, просто мы не успеваем. Я офигею, блин. Последняя волна. Тут, конечно, нужно было каким-то дробовиком бомбить, потому что, ну, ты сам видел, да? Курицы бежали одна за одной, и фиг ты успеешь. Трындец, всего лишь один светлячок. Понятно, сфейлился как этот. Так, 43 монетки, пейпер и сварщик, плюс билетики. Да. Ладно, пошли дальше. 20 уровень. Возьму-ка я Ларри. Угадай, кто здесь? Медведь, ядрен батон. Ты серьезно, что ли? Угадай, кто здесь? Ты серьезно? Ну иди ты в пень, а. Что-то мне не нравится вот это все. Такой медведь. Ну вот я же стреляю, ага, попал. Так, тихо. А что у нас там за вторая пушка? Тоже, что ли, заморозка какая-то? Блин. Понятно. Хотя, ну здесь заморозка, смотри, как долго действует, ребят. Ну-ка попробуем. На. На. Теперь расстреливаем. Да, в разы дольше, да, чем у того. Так, давай. Матрешка, ё-моё. Так, прокукарекал, да? Так, давай, ребята. Да чтоб тебе, не успел. Тихо. Заморозься. Где-то там, где-то там. Готов. Ну, слушай, у Ларри намного лучше пушка замораживающая вот эта вот. Я бы даже сказал, вообще клевая. Она замораживает надолго. То есть мы можем с тобой расстреливать противников. Нормуль. Так, и три светлячка. Это у нас уровень 20. Пройден. Так, давай-ка сундук. Ларри. Так, и сварной. Слушай, а денег у нас сколько? У нас есть 250 с тобой монет? Есть. Давай мы прокачаем, знаешь, кого? Постой. А, я Вэя не могу. Тогда бабулю. Где бабуля? На 5 уровень. А у нее на 5 уровне ничего не откроется, да? Только лишь на 6. Ладно, потом посмотрим, что у нее там на 6 уровне будет. Так, где... Ага, у нас еще Сони. Улучшим. Сони получает 6 уровень.
Поздравляем, теперь у тебя есть огненный гранатомет. Огненный. Поехали. 21-я миссия. С огненным. Так, выживут сильнейшие. Так, продержитесь, да? Эть. А, сразу начинает нахлобучивать, а? Слушай, крутой гранатомет. Бежит, бежит. Да. Давай завязывай, дедуль. Так, пока есть возможность, давай отстреливаться. Че, курица, нет? Заморозочка. Нормуль, справились. Ну хорош. Да как вы достали, а? Не успел, ребята. Извиняйте. Есть. Слушай, ну я неплохо отбивался здесь, на самом-то деле. Даже, видишь, на 3 светлячка прошел. Замечательно. Блин, почему мне не дают еще одного персонажа? Уже скоро, ребята, я игру пройду. А персонажа не дают. Так, опять бабушка Мау. Опять Ларри. И билетик. Двух персонажей мне не хватает, ты понимаешь? Двух. А осталось всего лишь, сколько там? 20 уровней. 20 же? Меньше. Так, ну, будем надеяться, что из этой черепахи что-нибудь выпадет. Так что, давай, Сони. Оказывается, монстры существуют. В плане, они уже могут... А, они и бросали, да? Смотри, 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 смотри. Бегут, бегут. Тихо ты. Так, черепахи, все. Как назло, ребята, на. Давай, 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 добомбим. Посови, попади. Так, черепахи пускай пока горят. Что-то быстро они тухнут. Ну, нормуль. Подбили. Так, комары вы достали. Есть контакт. Так, черепахи. Давай, 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 это последняя волна. Куда ты летишь? Слушай, я справился. Я справился. Не очень, конечно, хорошо, но ведь самое главное результат. И 3 светлячка. Уровень 22 пройден. Остается 13, ребята, уровней. Так, ну-ка. Дай героя мне, дай героя нового. Так, Вилли, Сони, бабуля Мау. Не хотят. Зато 24 карточки на бабушку Мау. То есть я могу ее, наверное, прокачать. Ну-ка, проверим. Да, на 6 уровень. Что она получит? Какой новый вид оружия? Поздравляем, теперь у тебя есть атомная базука. О-оу. Атомная базука, говоришь? Ну что ж, бабуля. Надеюсь, твоя базука действительно классная. Давай проверим. Перехитри монстров, говорят. У-у-у. Слушай, ну это же найс. Ну как сказать, найс, найс, найсом. Так, самое главное, что мы поджигаем с тобой еще, да? Блин, конечно, хотелось бы урона чуть-чуть побольше все-таки. Как ни крути, да, не хватает вот. Ну! Да хорош тут облизываться. Облизывается он мне здесь. Давай, 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 давай эту муху. Эй, все, ребята, все. Доигрались. Что ты прикажешь делать? 10, 10 билетов есть. Бросаем.
На шару, ребята, пошли. Я не понимаю, от чего зависит боезапас наш. Блин, всего лишь один светлячок. Как-то паршивенько прошли мы с тобой. Так, ну. Не хотят, не хотят мне они давать нового персонажа и все. Ну, такое тоже может быть, что мы пройдем с тобой игру, да? Без всех персонажей. Ну что, я возьму, наверное... Погоди-ка. Сварщик, сварщик. Нет, я возьму дядюшку Вэя. Мне кажется, он самый балансовый, ребята. У него и ракеты, у него и фейерверки. Чего только нету. Защити куриц. Да как всегда, понятно. Блин, вот зря. Ну. Есть. Целенаправленно, ребята, бомбил туда. Давай ты. Ага. Так, пора переключаться. Пора вообще вот так вот делать. Ну и скажи, что он не молодец, а. Мне так кажется, вообще он имбовый. Фух. Я даже не почувствовал. Но мы с тобой прошли. Круто, и все курицы у нас с тобой остались целыми. И три светлячка получили. И свинку эту мы с тобой никогда еще не разбили. И не разобьем уже, видимо. Так, Сони и Джо. Тормоз. То, что он тормоз, это понятно. Я хочу нового персонажа, вот что мне надо. 24 уровень, так, смотрим, ребята. 111 монет. Бабуля Мау. Фрости. Это у нас Вилли. И не дали нам персонажа нового. Даже из этого суперского ящика, как ты видишь. Но зато я могу прокачать. Так, 400 монет у нас, прикинь. Давай, наверное, мы с тобой прокачаем Сони. Улучшить. Так, 7 уровень он получает. На 8, да, открывается у него последнее. Так, и кого же я еще могу, а, там прокачать? 250 монет. Фрусти не хочу. Может быть, волосыча? Так, новое оружие сейчас откроется у него, кстати. И что же это будет? Поздравляем, теперь у тебя есть напалм. Вау. Слушай, мы давно за него не играли. Давай-ка поиграем. Уж больно хочется. Унесенные ветром. Блин, а... я думал, дамаг-то будет, блин, посерьезней. А, у нас же снайперка есть. Снайперку давай врубай. Так, ну. Напалм, как он там работает? Отлично работает. Ты будешь стрелять, в конце концов. Так, минус. 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 Ну, в ракету. Понятно. Так, напалм прибережем. Так, поехали. Еще один напалм. Ну куда ты подошел-то, а? Все. Последнее солнышко, надеюсь. Перезарядка. Вся проблема, ребята, что он очень долго перезаряжается. А так, в принципе, неплохо. Очень хорошо бомбит снайперка. Ну, сам видел, да? Очень хорошо критует. Так, 45 монет.
И Пейпер плюс волосатый дядька. Ну что же, 25 уровень. Остается всего лишь 10 этапов нам с тобой пройти. 10. Так, сварщик. Джо, нет, я возьму Вэя. Мне за него почему-то нравится играть. 26-я миссия. Поехали. Опасные деньки, говорят. Да блин, опять курица, а? Так, опять там этот строчит. Откуда эти курицы берутся, я не могу понять. Просто откуда-то из-под земли, что ли? Их никто не выбрасывает. На. Кувшинчик с прахом, да? А кузен мог бы, конечно, эту бомбу и, я не знаю, языком подбить. На худой-то конец. Снаряд этот, который меня выпускает. Видишь, они из воды откуда берутся, это курицы эти. Ну-ка, напалм. Вот так вот будут знать свое место. Давай, 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 Так, крит, крит. Кто там у нас? Все, прошел, прошел. Фух. 600 очков бонус за здоровье. Отлично. Шкатулочка полная. Так, монетки, Фрости и Вилли. Что-то мне подсказывает, что мне не дадут остальных персонажей. Двух. Ну ладно, дойдем с тобой, наверное, до... Так, голод. Ты серьезно, блин? Куриц прямо вот отсюда выпускаешь? С этих труб, которые я не могу уничтожить? Пипец. Ну давай ты, господи, стреляй. Так, бобры, отвалите. И бобры, и курицы, и кому не лень, да? Все, 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 давай, давайте, давайте. Чё, чё бы и нет-то? Ну давай ты, вжаривай уже. Все, выжили. Да. Было опасно, очень опасно. И всего лишь один светлячок. Плохо. Бонус за победу. Так, монетки. Джо и бабушка Мау. Бабушку Мау нужно у ребят прокачивать. Ну, не хватает пока карточек. Будем копить. Ну что, 28-й. Наверное, последний, ребят, на сегодня будет у нас уровень. 28-й. Так, так, так. Что бы нам с тобой сделать? Пейпер мы давно с тобой не прокачивали, кстати. А, не хватает нам, да? Ну, ладно, возьмем Сони. Для 28 уровня мы с тобой берем Сони. Очередной день на болоте. Скунсы паршивые, а? Так, я забыл, как он сам. Отличный гранатометик. Очень хороший. Ну. Поехали. Солдатики тоже мне тут нашлись. Так, у нас с тобой две гранаты есть. О, конечно же, обезьяны. Давненько-давненько мы их не видели. Обезьяны в шлемах. Прикольно. Отлично, справились. Так, заморозим, чтобы они тут не крутили, да? Ну и куда вы бежите? Пора переключаться, ребята, на базуку. Ну!
Давай, давай, зажигай, зажигай, отлично. Все, порвали. Я тебе говорил, что Соня это дедушка такой. Ну, он не дедушка, на самом деле, сын. Который где-то там блуждал целый год, и за этот год, ребята, он, видите, зарос весь. Стал похож на деда. Так, Пейпер и Волосач. И нам хватит на прокачку Пейпер. Как думаешь, она достойна прокачки? Я думаю, что да, она давно ждет этого. Давай-ка мы ей поднимем уровень и будем закругляться. Что там тебе достанется? Ну, посмотрим. Поздравляем, теперь у тебя есть воздушный удар. Ага, это как у Вэя. Воздушная, как говорится, артиллерия. Ну что, дорогие друзья, давайте на сегодня мы закончим. Нам осталось всего ничего, буквально 7 уровней. И все. Обязательно продолжим в следующем видосике.